Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха. Напоминаю вам о том, что вы подписывались, делились, получали пользу от уроков, задавали свои вопросы, комментировали под видео. Мы на прошлом уроке взяли с вами последнее слово из четвертого аята. И хотелось бы для начала прокомментировать сам четвертый аят и соединение всех предыдущих аятов. Во-первых, хотела с вами оговорить некоторые частые ошибки, которые бывают при чтении этого аята. Мы видим слово «малики», и затем слово начинается на букву «я», «яуми». И часто из-за того, что у нас долгий «я» — это сочетание «касры» с «я», «я», которое с «сукуном», да, как мы видим в слове третьем в этом аяте «один», да, здесь «даль касра я». И из этого сочетания часто вот эту «касру» тянут, да, и читают так — Малики Яумиддин, да, то есть это неверно. Малики, здесь нету долгого ки, просто и, потом переходим на я. Да, то есть касру тянуть здесь излишне недопустимо. Это будет добавление целого харфа к этому слову. Да. Следующее это такая ошибка, как быстрый переход от касры в слове «яуми» к «даль» без должного уделения времени, которое должно быть при произношении этой мим с касрой. Да, например, «яумиддин», «яумиддин», да, то есть такое «я» и потом «ми». То есть это явно быстрее, чем предыдущая или другие буквы согласовка. Поэтому сочетаем яуми, яумидин, да, то есть это нужно учитывать. Ну и при остановке, конечно же, нун не отрываем резко, да, один, не говорим и тому подобное. То есть в слитном чтении учитываем вот эти все моменты. Теперь перейдем к тому, чтобы соединить все эти аяты. Ну, напоминаю, что и в конце четвертого аята у нас есть возможность прочитать, как и в предшествующих также аятах, 2, 4 или 6 харакатов мат. Да? То есть, если мы останавливаемся на каждом аяте, значит, выбираем, например, в каждом 2, 4 или 6, или останавливаемся, соединяя все в конце, то уже только последний мат в четвертом аяте, 2, 4 или 6. Также можно соединить эти все аяты вместе, соблюдая, да, последние огласовки этих аятов, и в конце на слове «дин» только продолжить, ну, как варианты дополнительные, на 4 и 6 харакатов остановиться, да, ну, или 2, то, что в основе, также можно. Мне сейчас это трудно сделать. Да, поэтому как бы ограничимся только объяснением. Вот. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете писать и комментировать под этим видео. Благодарю за то, что были со мной. Баракаллаху фикум. Подписывайтесь, делитесь и встретимся на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.